Рыбакит, папа рисует. Доброе утро, друзья. У нас субботник, меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит. И мы сегодня рисуем и лепим только кошек. Рисуем и лепим сейчас на белом листе бумаги. Но, может быть, он не будет у нас на белом листе. Покрупнее. Так, вот лепим кошечку поэтапно, фигурку 3D. Из такого пластилина, называется мультики пластилин. 12 цветов, у меня есть 3 цветов. Сейчас посмотрим, откроем, много ли цветов. Нет. Так. Делаем. Лепим. Кошка будет разных цветов. У меня будет желтый цвет кошки. Тело желтое. Лицо будет розовое. Голова будет розовая. Ноги будут фиолетовые. Вот таким способом я буду лепить кошку фиолетовую. Такая вот веселая кошка будет. Основные цвета, которые нам понадобятся. Также понадобится белый для глазок и черный, может быть, для зрачков. Я думаю, это основное, что понадобится. Вот эти цвета нам понадобятся для работы. Чем отличается пластилин мультики от классического? Ребят, он действительно отличается. Я леплю разными пластилинами, классическими. У меня есть пчелка пластилин, мультики пластилин и классический пластилин. А пчелка пластилин, он не супер мягкий, такой, как будто бы из воска сделан, так? Это я так рассказываю. Вот есть восковой пластилин, он очень мягкий, и часто из него, когда лепишь, детям трудно слепить что-то, слишком быстро развалится. Но зато он мягкий. Пластилин пчелка фирмы Гамма, он достаточно мягкий и пластичный, и из него фигурки не развалятся, но он очень мягкий. Он для малышей, для дошкольников. Мультики – это средняя мягкость, когда действительно мягко, и вы можете легко взять и оторвать, да. Но он уже немножечко более плотный и уже как бы довольно тяжело вот сейчас мять его. Я думаю, все дело в мягкости, потому что если вы купите пластилин классический пластилин Гамма, он будет еще более, он там супер классический, он твердый, вы его берете, разминаете, греете. После этого делаете фигурку из него, и она плотная, хорошая, не ломается. Просто из такого пластилина он как раз что-то среднее. Я думаю, это для ребят 6, 7, 10 лет вот такой пластилин. Пластилин классический, он для ребят от, наверное, 9 лет, когда они отлично лепят, знают, что они хотят сделать, и у них все получается. Вот я вижу отличие, и я его чувствую. Наверное, это должен какой-то обзор хочу сделать пластилин, потому что я так уже хорошо попользовался разными пластилинами и понимаю отличие, что отличие есть. И даже на практике мой сын Рома лепит всеми пластилинами. В конце концов, он начинал пчелки из самого простого пластилина, но ему было классно в начале, но сейчас ему идеально подходят именно мультики, потому что он довольно мягкий, но картинки не ломаются из него. И то, что он делает, они потом, ну, довольно плотные фигурки, не тают его в его руках. В принципе, сейчас он уже начинает переходить на классику, потому что, ну, так еще лучше получается. Ему нравится уже играть фигурками, и вот ему нравится именно вот это так. Чтобы хорошо было видно, я увеличу. И именно он сейчас переходит на классику. Что я сейчас делаю? Я делаю заготовки. Спасибо кошку-космонавта. Кошку-космонавта. Хорошая идея. Смотрите, что я делаю. Я думаю, что после мультики это как раз такая середина, когда вроде бы легко взять и сразу лепить, и сразу мягко, но он не разваливается, что ли, по частям. После этого фигурки, которые вы делаете, они не расклеиваются. Это важно. В руках детей, когда они потом играют. Теперь я беру фиолетовый цвет. Взял розовый цвет, белый цвет, фиолетовый цвет, кусочки фиолетового цвета. Так. Сюда. Это, как вы понимаете, это ушки котика. А теперь ножки. Ножки все будут фиолетовые. Все ножки фиолетовые, а хвост, наверное, еще какой-то цвет возьму. Такой вот. Еще сиреневый цвет есть. Хвост будет сиреневый цвет. И цвета. Чем больше цветов, тем лучше. Я думаю, вы уже знаете это, потому что когда мой ребенок лепит, я стараюсь ему дать самое большое количество цветов, чтобы у него был выбор. Рома, когда лепит, и чтобы надольше хватило времени, чтобы он лепил подольше, потому что если есть два красных, он будет использовать малиновый, красный, и это ему подойдет.
А когда только один желтый он его потратил, приходится сразу новую пачку покупать, потому что желтый кончился и все. А когда есть светло-желтый, средне-желтый, темно-желтый, он берет и использует его тоже. Так что чем больше объем пластилина, тем, наверное, тоже лучше. Так, это вот заготовка для лапок. Наверное, даже она побольше будет и еще подлиннее я ее сделаю. Чем она больше, тем лучше. Это, конечно, хорошо, потому что ножки длинные у кошки. Ножки у кошки будут длинные. Полепим, заготовка готова, положим. Теперь я ее порежу на 4 части. Как я делаю ровно 4 части? Напополам, довольно ровно делю. Теперь еще раз напополам, половинки делю. Получилось четвертинки. Раз, два, три, четыре. Мы их положим. Все покажем, чтобы все у тебя получилось. Мы так, знаешь, как инженеры, соберем кошку, 3D-кошка, 3D-принтер. Наши ручки, мои ручки, это 3D-принтер. Уху-ху, лепим хорошо. Теперь хвост. Хвост вот такой я взял, сиреневый цвет, мне нравится. Такая кошка будет необычная, как бы ее назвать. Наверное, она розово-белая, сиреневая. Хвост довольно длинный. Как я делаю, чтобы хвост был очень ровненький? Я всегда делаю шарик, после этого всегда делаю колбаску. И всегда получается очень классно, все ровненько. Вот такой хвост. Что еще у кошки есть? Вроде лапы, раз, два, три, четыре. Голова есть. Так, глаза желтые. Желтый я хотел. Ну ладно. Глаза белые. Где белый цвет? Вот глаза белые. Глаза вот здесь сложим. Два шарика белых возьмем. И два шарика черных возьмем. Но только очень маленьких. Очень маленьких. Надеюсь, вам все хорошо видно, не зависает. Если зависает, пишите. А так я вижу ваши сердечки. Спасибо большое. Так, видно ли? А, так, отлично. Лепка, 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 лепка. Сегодня у нас лепка. Ножичек нам тоже пригодился, да? Так, носик. Носик тоже черный, наверное. Носик черный. Ну, основное мелочи доделаем. Носик черный и улыбочку. Улыбочку очень нежную надо делать. Вот так тоненький-тоненький кусочек пластилина. Кажется, что, ребята, это сделать сложно. Тоненький кусочек пластилина, но потом вы понимаете, что у вас возможно. Надо потренироваться, попробовать сделать один, два, три раза. И у вас все получится. Мой сын Рома, он прям приноровился так ловко. Он крутит эти кругаля маленькие, ровненькие, что получается просто... Просто загляденье. Теперь самый главный этап. Сборка кошки из пластилина. Собираем. Слепите радужную бабочку, единорогу, кошку. Хорошая идея. Ты можешь поучаствовать в конкурсе. И, может быть, я сделаю это. Но мне лепить вот так вот хочется сейчас просто кошку. Сейчас самую обычную кошку лепим. Соединяем. Видишь, соединяем, и он очень хорошо прилепляется. А пластилин пчелка, он мягкий, когда вот так слепите, он прилепится, но он может потом и отлепиться легко. Как бы вот это важно, пластичность, но и клейкость хорошая. И вот он вот сейчас он довольно плотно не ломается. Вот раз, 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 крепенький такой. Получилась кошечка. Голова, тело. Что есть еще? Две ноги, две лапы. Лапы приделываем снизу. Вот так, я все показываю. Раз лапу, два лапа. Приделали. Лапы готовы. Спереди они, смотри. Они спереди. Вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Разворачиваем кошку попкой к тебе. И делаем еще две задние лапы. Как я делаю лапы? Смотри, я беру и вдавливаю вот этот фиолетовый цвет в белый цвет. И они тогда очень крепко стоят, они не выдавливаются. И я стараюсь лапки делать толстые и тело толстое, чтобы сначала научиться работать с большими объектами, деталями, чтобы они крепко держались. Вот и кошечка. А, отлично. Теперь осталось ей хвостик. Хвостик тоже. И смотри, как я даже могу заострить его. Заостряю хвостик, он остренький стал. И этим остреньким кончиком я вставляю в попку кошки и давлю, 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 давлю. И придавливаю, чтобы он хорошо придавился. И был вот такой вот. Вот и кошечка готова. Осталось ей ушки сделать. Ушки надо будет подготовить. Кошечку положим. Треугольнички. Я сделал их специально большие, чтобы тебе было хорошо видно. Один треугольничек. Привет из Владивостока. Привет.
А у вас, ну, может быть, уже там даже и обед, а может быть, даже вечер, а у нас только утро или только 12 часов, и мы занимаемся лепкой для детей. А эти треугольнички уже я прикрепляю к кошке. И вот у меня получилась кошка, но только без мордашки. Эту мордашку я сейчас сделаю тоже. Еще раз показываю, как получилось. Сверху два треугольничка. Я сделал треугольнички, поставил. Очень яркий получилось. Вот такая хорошая кошечка. Раз, раз. Еще раз придавлю. Все готово. Теперь осталось мордашку слепить. Это несложно. Сначала один глазик. Шарик раздавил, прикрепил. Раздавил, прикрепил. Вот так. Теперь черненьким. Прикрепил, прикрепил, носик прикрепил, и улыбочку, можно сделать улыбочку, чтобы она была как у кошечки, а можно как у человека. Ты подумай, как у тебя получится. Я делаю как у человека, вот так она улыбается, а теперь беру ножичек и вот так вот давлю сюда, и получается как у кошечки, и она тоже улыбается, но улыбочка как у кошечки, к носику она поднимается. С помощью ножичка мы можем так раз надавить, и получилось здорово. Кошка готова, и это простая поделка, которая у тебя выйдет, и можно играть ей. Довольно крепкая, пластилин, можно за хвост помотать. Кошки, 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 подожди немножки. Можно сделать, чтобы она сидела. Можно сделать, чтобы она ходила. Вот так. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Она отлично ходит, сидит, стоит. Можно на задние лапки сесть. Вот так вот. Раз. И села на задние лапки. И тоже красиво сидит, смотрит на тебя. Как хочешь, так и делай. Получается здорово и весело всегда. Вот так я тебе покажу. Вот. Получилась кошечка. Стараюсь делать поэтапно. Показываю все без перемотки. Еще раз, и еще раз, и еще раз. Хвостик, голова, тело, ножки. Глазки, все готово. Отлично. Очень мне нравится лепить. Такие поделки мне больше всего нравится делать. Но не всегда хватает времени. Рисовать немножко быстрее, а поделки делать немножко дольше. Но зато это прям твоими руками ты сделаешь. И своими руками это будет прям приятно тебе на долгие годы сохраниться. И цвет, и форма останется тоже. Все. Отличная кошка. Ставлю на паузу. И сейчас, наверное, уже посмотрю...